почему не спишь? Медведи должны зимой спать, а то не вырастешь. Понимаете, я хочу спать, но вокруг такая красота, что никак не получается заснуть. Только вот все Ха-ха! Уснуть он не может. А вот я, например, смотрите. Вот это да! Мне бы так. Видали? То-то же. Не люблю хвостунов. Послушай, медвежонок, ты до скольки считать умеешь? До 100! Я еще и писать умею! О, молодец! Есть, наверное, средство. Когда ляжешь спать, будешь считать до 100, тогда и уснешь. Ну смотри, не будешь спать, не вырастешь. Спасибо! До свидания, тетя Сова! Раз, два, три, четыре, пять. Буду сразу засыпать! 98, 99, 90, 10. Ой, 100! Я уже 5-й раз до 100 считаю, а уснуть никак не могу. Я таки не вырасту никогда. Ой, ты чего плачешь? Ты понимаешь, медведи-то зимой спать должны, а у меня никак не получается. Я так и не выросла никогда. На, отпусти морковку. А знаешь, мы тебе поможем, если верно средство. Честно говорю, сдвинь у себя в бедноге. Внимание! 3, 4! Ой, извините, я немножко опоздала. Ничего страшного, проходи. Он таки не вылазит никогда. Нужно ему помочь. А ты медвежонку, что ли, помочь? А вот я, смотрите. Да про тебя мы все знаем. Лучше бы помогла, чем хвастаться. Так, что же мы придумали? Есть одно верное средство. Идите сюда. Надо сходить до Мороза. Да, и попросить у него подарки на медвежонка. Точно! Это верное средство. Побежали скорее. Ура! 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 Я в лесу всю ночь колдовал, на реке узор рисовал, и на елочку, на зеленую, я игрушки надевал. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!
Здравствуйте! Здравствуйте, мои лесные жители! Здравствуй, Дедушка Мороз! Медвежонок Садужин зимой, а у него никак не получается. Надо ему помочь! Ну, поможем-ка, львожим! Скорее ведите меня к медвежонку! Ложись поудобнее. Ну что я, маленький что ли? Ничего, ничего, это и взрослым помогает.
Все всегда сбывается. Саня,